В Свердловской области более 70 тысяч жителей проголосовали за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году. Всего в отборе принимают участие 149 общественных территорий, сообщает Департамент информационной политики региона. Всероссийское онлайн-голосование проводится третий год подряд в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Отбор стартовал 15 апреля. Он будет длиться до 31 мая включительно на единой федеральной онлайн-платформе 66.городсреда.ру. Также проголосовать можно на портале государственных услуг и с помощью волонтеров. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев призвал жителей проявить активность и принять участие в голосовании, отметив значимость голоса каждого человека. За наши городские территории, которые планируется благоустроить по состоянию на 14 часов 18 апреля, проголосовал 4141 новоуралец. Напомним, мы с вами выбираем между старым новым парком ЗДК УХК и вторым этапом благоустройства аллеи молодежи. Заходите на сайт, делайте ваш выбор, ведь каждый голос важен.